стечение обстоятельств, немного волшебства, и жизнь меняется до неузнаваемости. Знакомую всем с малых лет историю о Золушке теперь можно увидеть и на сцене Полесского драматического театра. В «Хрустальной туфельке» зашифрована сказка о Золушке. И каждый ребенок, да, и каждый взрослый мечтает, чтобы пришла некая фея и исполнила их желание. В этой постановке большое внимание уделили сцене и костюмам. Пинская Золушка несколько отличается от того, что привыкли видеть зрители. Ни страз, ни ярких костюмов и декораций. Очень хотелось это переиграть, сделать что-то более волшебное, чтобы дети восприняли сказку по-новому, чтобы было минимум именно блесток, вот этих вот страз, а было больше общего образа, чтобы дети прочувствовали, что такое, ну вот это вот предновогоднее какое-то вот настроение, чтобы вот это можно было передать им. Театр обладает очень малой сценой, но фактически камерный. И сложность как раз работы над сценографией и костюмом, что требует более тщательной проработки, в общем-то, и костюмовой сценографии, и работы более тонкой, иллюзорной со светом. Герои на театральных подмостках буквально со страниц книги. Романтичный принц, властная целеустремленная мачеха, недалекие сестры и добрая отзывчивая Золушка. Режиссер сначала требовал какого-то образа необычного, что-то сделать с образом такое необычная Золушка, не классическая. Но в конечном итоге мы пришли к тому, что все-таки классика лучше всего. И она милая, прелестная просто, красавица, работящая, добрая. Для маленького зрителя на сцене настоящее превращение. Тыква в карету, кот в кучера, мыши в тройку лошадей. Здесь самое время для современных технологий. Художник-сценограф в этом случае использовал проекции. В сказке благодаря режиссеру Павлу Мариничу появляется и неожиданный поворот. Король симпатизирует мачехе. Мне нравится ваша настойчивость. Правда? Вам понравилось? Очень, да. И у меня вдруг родились стихи. «Хрустальная туфелька» – пьеса не только для детей. Советы от главных героев, в том числе и для взрослых. Так, девочки, запомните главное правило, как правильно охмурить принца. В угол, на нос, на предмет. Сказку о Золушке уже можно увидеть в Полесском драмтеатре. Актуальное расписание в интернете и на афишах.